Всем доброе утро, хорошего дня, хорошего настроения. Начинаем новый влог. Сегодня солнышко, класс. Он пробирается. Кошка кушает по утрам. Да, Коша? Кушай, кушай. Чуть не подавилась. Так, я буду готовить завтрак. У меня банановые шкурки в теплицу приготовила. Буду варить вот такую кашу, потому что мы всегда покупаем вот такую. Мне очень нравится. Вкусная. И варится быстро. Молоко домашнее. В общем, да. Так, ну и какая же каша у нас без ягод? Здесь у меня замороженная малина, ежевика. И потом это все буду добавлять в кашу. Также, наверное, сделаю вот типа тосты из батона. И маслица, сыр, короче, будет у нас вкусный завтрак. Вышла на улицу, что у нас там уже сосед сверлит. Хотела вам показать, как у меня розмарин разросся в теплице. Там тепло. Так, зеленушка моя. Ну, видите, как она растет, но очень медленно, потому что холодно. Вот, смотрите, как у меня розмарин разросся. Ароматный какой. Вы не представляете. К нему вот просто подходишь, он уже пахнет. И я чай завариваю. Добавляю вот так вот чуть-чуть веточку маленькую. Вот такие дела. Грязно, сыро. Но тепло. Смотрите, какая малина. Крупная. Огромная. Так, ну у меня тут все почти готово. Сыр, ягодки, орешки. Всем все наложила. Осталось кофе дождаться мне. Кофе, машина у меня в Неспрессо. Многие спрашивают. Так, сейчас мы с вами будем готовить рулет. Он будет классический, ванильный. А для него нам понадобится сахар, мука, кукурузный крахмал, яйца, ванильный сахар и щепотка соли. А можно заменить на картофельный, но я не советую. Конечно, лучше готовить с кукурузным. Значит, нужно подготовить все. Противень я застилаю пергаментом. И нужно включить духовку на разогрев, температура 180 градусов. Значит, первым делом нам нужно взбить яйца вместе с сахаром и ванильным сахаром. Отправляем в чашу миксера, либо просто миксером ручным взбиваем, без разницы. Но нужно взбить яйца хорошо до пышной массы. Чтобы хорошо вот так масса взбилась, обязательно следите за тем, чтобы ваши продукты были комнатной температуры. Тогда, ну, на мой взгляд, яйца взбиваются намного быстрее и лучше получается такая вот консистенция. А сейчас мы смешиваем сухие ингредиенты, это соль, крахмал и мука, и добавляем к яйцам. Все быстро перемешиваем и можно выливать уже на противень. Thank you.
Так, мой рулет выпекался прям ровно 15 минут. Он очень мягенький. Сейчас мы его должны накрыть еще слоем пергамента и сразу горячим свернуть в рулет. Потом, когда крем приготовим, мы его развернем, он за это время остынет, и будем уже смазывать кремом. Вот таким образом я накрываю листом. И теперь, смотрите, вот так вот сворачиваем. И даем ему вот так отдохнуть, полежать, остыть. Для начинки, для крема я буду использовать обычный творог, здесь 180 грамм. Я его хочу пробить погружным блендером, ну для того, чтобы, знаете, крупинки не попадались. Если вы будете использовать обычный творожный сыр, ну знаете, да, Виолет бывает, там Кремите, Хохланд, не обязательно пробивать. Здесь у меня сливки 150 миллилитров, я буду их сейчас взбивать вместе с сахарной пудрой, и потом все это вместе перемешаем, и это будет наш крем. Теперь я творог переложила к сливкам, и сейчас снова пробиваю погружным блендером. Получается у нас вот такой вот крем, прям как пастообразный, очень ароматный, вкусный, прям такой сливочный. Теперь переворачиваем наш рулет, и нужно снять пергамент. Ну, за это время он уже, знаете, как хорошо отлежался, и он прекрасно снимается. Только пергамент берите качественный, силиконизированный. Я покупаю в фикс-прайсе, мне очень нравится. Вот после него, получается, идеально отходит бисквит. Теперь снова переворачиваем, убираем этот пергамент. И именно эту часть будем смазывать сейчас кремом. Крем настолько нежный, что он очень хорошо сейчас пропитает бисквит. И получится рулет очень воздушный, такой в меру влажный. Если любите какие-то ягоды, я не знаю, свежие фрукты, можете добавить внутрь, но я не буду добавлять, потому что у меня никто так не любит. И убрать в холодильник. Так, краешки я отрезала у рулета. Ну, знаете, чтобы красиво это все разложить, и чтобы срез смотрелся тоже красиво. Вот, можно отдать домашним скушать, кому не терпится. Вот такой вот рулетик получился. Он очень стабильный, он безумно нежный у него бисквит. Смотрите, оформлять можно как вашей душе угодно. Я просто нашла вот дома из подручных, так скажем, продуктов. То, что у меня было в наличии, тем мы будем украшать. Значит, у меня здесь вот такие цветочки, это бадьян, разложу, ну вот таким вот образом. Значит, у меня здесь орешки грецкие, ну вот как-то так, да, и веточки у меня розмарина. Конечно, они у меня прям такие густые очень, прям шикарные. Положить можно вот так, можно это убрать. В принципе, можно и маленькие вот такие веточки тоже использовать. В общем, поняли, да, саму суть? Вы поняли, как вот можно украшать? Ну, чтобы это было по-новогоднему, если есть палочки корицы, то это прям еще замечательно. Можно дольки апельсина там или засушенные какие-то колечки апельсина, мандарина, я не знаю. Вот, и что сейчас делаем? Посыпаем это все сахарной пудрой. Никаким кремом, ничем смазывать не будем. Просто посыпем это все вот таким образом сахарной пудрой. Очень аппетитный и вкусный получился рулет. Thank you.
орешки, очень нежный рулет. Ему, конечно, нужно пропитаться подольше. Очень мягкий. Просто от души вам рекомендую.